Ну что, друзья, всех с праздником! Долгожданное открытие сезона и, пожалуй, главное украшение сегодняшнего дня – это возвращение нашего фан-сектора. Это «Динамо ТВ», сезон 2019. Погнали! Первый сегодня на наши вопросы отвечает легендарный белорусский футбольный блогер Александр Ивулин, которому... Максу Швецову привет, да сразу. Максу Швецову. Ивулин будет? Наконец-то открытие сезона у нас. Очень ждешь, очень ожидаешь чего-то крутого и интересного, потому что «Динамо» в этом межсезоне, сам знаешь, закрылось так немножко. И вот сейчас такой прям сюрприз-сюрприз. Интересно, что выскочит из этой вот табакерки. Очень интересно будет посмотреть, что собой представляет «Динамо» в этом сезоне, потому что не видел, не представляю. Очень интересно послушать главного тренера вашей команды. Будем ждать, будем смотреть. Для любого болельщика первый матч сезона – это всегда праздник, правда? Конечно, праздник, очень ждали. Наконец-то настал, надеюсь, команда поздравит нас с началом сезона. Сезон будет, ну, посмотрим, конечно, наверняка интересный. Легких сезонов у нас не бывает в принципе никогда, вот. Но надеемся, что, как всегда, наверное, в начале каждого сезона надеемся на лучшее. Кристина, сегодня у нас праздник, открытие сезона, первый матч. А я думала 8 марта, Саша. Ну, с прошедшим, праздником тебя. Какие у тебя вообще ощущения внутренние? Вообще ощущения самые приятные, потому что минское «Динамо» для меня пока что загадка, каким оно предстанет сейчас. Поэтому, ну, понятное дело, интересно, черт побери, что за тренер, какую команду он собрал и что сможет противопоставить Слуцку. А еще меня очень радует, что возвращаются фанаты. И я очень жду этой 28-29 минуты, когда они взорвутся, и я думаю, что этот взрыв должен быть интересным. Первый матч сезона. Какие ваши ощущения внутренние? Расскажите. Вы знаете, очень волнительно из-за того, что не было никакой информации по ходу сезона, чего не хватало всем болельщикам. Во время предсезонных сборов мы всегда тщательно следим за составами, за игроками на просмотрах. А в этом году у нас ничего этого не было, и поэтому, скажем так, такое сейчас двоякое ощущение. Вроде бы и такие сильные имена у нас в команде собрались, но с другой стороны мы не знаем, как они сыгрались, как они вообще играют. Вот сейчас и увидим, правильно? Сейчас увидим, да. Будем надеяться, что трио россиян новых, да, и Данила, все они помогут «Динамо» наконец-таки побеждать и делать это уверенно, как мы любим, да, играть в атакующий футбол. Я очень, во-первых, надеюсь, что Макс Плотников наконец-то станет основным игроком. Сегодня он основной. В старте. Да. Вот. Надеюсь, что он заиграет. Еще парня верю, в принципе. С дубля его наблюдаем не первый год. Вот. Надеюсь, что пенальти научился бить все-таки Максим. Главная задача, конечно, не пропускать. Удачи. Быть основным вратарем такого клуба все-таки – это честь. И очень надеюсь, что Максим действительно станет основным вратарем. Как тебе наша трансферная кампания, которую мы провели в этом межсезонье? Неожиданная местами. Местами она вообще неожиданная, начиная от главного тренера, заканчивая некоторыми футболистами, потому что, ну, понятное дело, имена многих из них незнакомые, да, а игры, товарищеские игры в межсезонье тоже были малопоказательными, поэтому я с нетерпением жду не только этого официального матча и начала чемпионата, потому что очень хочется посмотреть, на что способны те игроки, ну и, естественно, те, которые остались, тоже интересно, что они из себя теперь представляют. Когда ты узнала, что Максим будет играть в стартовом составе? Он мне так и до конца не сказал, я не знала. То есть для тебя вот это был сюрприз, правильно? Да. Что внутри было, когда ты узнала, ну, что... Ну, я очень переживаю. Ну, по тебе видно, что ты прям вообще волнуешься. Да, очень волнуюсь, но я очень рада, что вы дали мне шанс.
Ну, а мы, пользуясь случаем, поздравим вас еще раз со свадьбой. Вы молодцы. И главное, чтобы Макс нас радовал. Передай привет болельщикам. Всем большой-большой привет. Первый тайм позади, пока 0-0. Пока что сыровато команда выглядит. Видно, что на атаку много стараются играть. Но пока что-то середина поля не радует. Ну, ничего, я думаю, посмотрим. Сможет сейчас замены подсвежить тренер. Кто впечатляет пока больше всего из новичков? Наверное, Данила. Данила понравился. Очень такой техничный парень. Быстрый, все время просит мяч и старается играть на атаку. Фатай молодец, если не из новичков. Фан-сектор вернулся, уже совсем по-другому футбол смотрится, правда? Конечно. Вот внутреннее чувство было, когда фан-сектор завелся, все. Вот оно, сейчас вот. Потеплело, да, сейчас погромче поддержка и забьем. Осталось только, чтобы парни забили, правильно? Да. Ждем второй тайм. Ребята, мы вот пропустили, как гол забили. Вы стояли здесь, расскажите, как это было. Два рикошета и гол. Кто забил? Алекновик. Хорошо пробил? Ну, такой, да. А кто голевой отдал? Я не знаю. Не, ну своих-то надо знать, хватает. Наш лучший бомбардир. Там просто много передач было. Сильно радовались, когда гол забил? Да. Как, покажите. Да! Вот, хорош. Эдгар, ну тебя можно поздравить, по-моему, просто прекрасный дебют, как ты считаешь? Ну, наверное, да. В любом случае, это только первая игра, и надо прибавлять, я думаю, все будет нормально. Слушай, ну гол немножко курьезный получился. Ну, там, наверное, два рикошета получилось. Ну, если не бить, то голов не будет, наверное. Тренера просит бить, поэтому, я думаю, все хорошо. Ты доволен, счастлив? Ну, конечно, вон, болельщики вернулись, мурашки по коже, когда поздравляли сейчас. Спасибо, как-то. С победой! У тебя уже был, но все равно это уже немножко другой уровень, согласись, четвертьфинал. Конечно, это просто эмоции фантастические, одержали победу. Вообще, болельщики, спасибо болельщикам, что пришли. Я такое чувство, говорю, 29-я минута, у меня мурашки по коже идут от этого начала. Уже соскучился и по динамским фанатам, был в аренде, но все равно. Динамо, как бы, это моя первая школа, первый клуб, и всегда в моем сердце. Мы видели твою супругу, брали у нее интервью, она очень волновалась. Что было с тобой, когда ты узнал, что ты сегодня будешь в старте? Волнение сразу немножко, и как бы внутри, как бы гордость, что ли, что выхожу в старте такого клуба. Как-то так. Ну а теперь все Слуцк? Все Слуцк. Тима, Тим, гори! Ехай! Самый крутой! Ехай! Почему? Решил играть, мне нравится как игрок. А что ты с шапкой? Не знаю. Не наша шапка. Да она купить нормально. Ничего.